Меня зовут Даша Лысенко. Мне 19 лет. Я учусь в колледже на последнем курсе. Собираюсь поступать в Москву. Очень этого хочу. А кроме музыки, чем еще занимаешься? Кроме музыки, я очень люблю путешествовать и смотреть другие страны. Есть, ну, как таковое. Несмотря на то, что она практически нигде не была. Если это... Я вообще мечтаю, чтобы такая была возможность у меня. Ну, чтобы это было связано с музыкой, с общением. Мечтаю выучить языки. Это... Вот. А какую музыку особенно любишь? Особенно нет. Люблю музыку в общем. Есть какие-то... А композиторов? Композиторов? Люблю очень... Ну, Рахманинова, Прокофьева, Баха люблю. Угу. Естественно, нормально. В основном все. А какие мечты? Мечты? Мечты еще собираются в кучу в голове. Еще в проекте. Еще не знаю. Ага. А что ты хочешь сказать молодым американским музыкантам? Я хочу пожелать им, чтобы все их мечты, которые и какие-то цели, которым они стремятся, сбылись и получились.